Вот тот самый родник, который называется Девятая Пятница. Находится он в селе Акшинас. Вот. Воду выливать считается грехом. Считается, что вода здесь целебная. Находится он здесь, за селом. О нем я вообще случайно узнал. Вот здесь вот столик. Вот можно спокойно посидеть, отдохнуть, помолиться, подумать. Вот. Погода сегодня просто вот шикарная. Не жарко абсолютно, а облако. Вот. Облачность просто великолепна. Я считаю, для таких прогулок это вот самая вот самая хорошая погода. Сейчас я покажу живой камень. Вот. Живой камень. Он напоминает, ну, так говорят, что он напоминает чертание человека. Не знаю, наверное, может быть. Я как-то не могу это опознать. Вот. За этим родником следят. Так. Ящериц здесь, конечно, очень много. Вот он. Вот он, живой камень. Вот он. Говорят, что он каждый год растет. Становится все больше и больше. Откуда он здесь взялся, никто не знает. Никто не знает, откуда он здесь взялся. Говорят, что он напоминает человека, то ли какую-то бабушку, то ли какую-то монашку. Но сам факт. Что здесь вот этот вот камень живой. Да. Вот такая прогулка у меня вышла сегодня. Девятая пятница. К роднику, к селу Акшинас. Вот такая красота. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, добавляйте в избранное, приглашайте друзей. Я всегда рад новым гостям, новым подписчикам, я буду радовать новыми интересными местами в Мордовии, которые я объехал на велосипеде, и на скоростном, и на обычном. Я покажу очень много интересных мест, о которых, наверное, мало кто знает. Вы не найдете ни в Гугле, ни в Яндексе, ни в Википедии, нигде. Это действительно очень интересные истории, интересные места. Все это я обязательно вам покажу. Итак, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, приглашайте друзей. Это родник Девятой Пятницы.